А какое время года скоро наступит? Весна. А вам нравится это время года? Да. Да. А что тогда, Егор, мы будем делать весной? Я буду, ты сами собрать. По очереди. Давайте будем друг друга слушать. Дуня будет слушать. Дедушка едет, летит и пускает кораблики. Здорово. Красить яйца. На какой праздник? Пасху. На Пасху. Праздник будет весной, да. И еще можно устроить день мам. Он весной? Вот. Зимой. А Дениска что будет делать? Сходи. Ну, а видишь, как Дарина тебе подсказала, что в хоккей весной, наверное, трудно будет играть. Дарин, почему в хоккей весной трудно играть? Потому что на песке камни, и там будет мешаться. Льда нет, да? Лед нужен для этого. А лед куда денется весной? Растает, конечно. Растает. Дети, я сейчас, Дунечка, предлагаю вам это все нарисовать. Пойдемте вокруг сядем. Аккуратненько. Вы все разместились, садитесь, так? Дуня, иди сюда. Весна красная, зеленым цветом, да? Кладем его в середину, да? Да. Давайте, вот сюда положим? Да. Да. Подойду. И на веточках мы с вами будем рисовать, наверное, что? Я Пасху. Я тоже Пасху. Чем мы будем заниматься весной? Да? Разбирайте фломастеры. Машечка, какой берешь? Ну что, подожди, мы сначала нарисуем полосочки, да? Я буду цветы сажать, это еще не пахнет. Ой, как много у вас разных дел, здорово. Сюда нарисуем полосочки? Да. Вот, Дарина что будет рисовать? Я буду рисовать. А я сюда. Рисовать. А Рита сюда просит, да? Скворечник. Хорошо. Мы Пасху не дай фломастер. Да, Таечка, держи. А я хочу вот. У меня яйца. Так, кто еще фломастер не взял? Все Ребятишки, а я буду рисовать, знаете что? Я хочу корабль. Моя полосочка вот здесь. Меня разбавите. А тебе, Маша? Маска. Здесь, давай, вот здесь. А Маша будет что рисовать? Цветы. Маша будет заниматься цветами, да, весной? Да. Егор, а тебе куда полосочку нарисовать? Сюда. Мы сюда. Нарисовала яиц. Посмотри, сколько у тебя много яиц получилось. Ты так много будешь раскрашивать яиц? А какой праздник ты будешь отмечать? День защитников. И яйца будешь на него, на этот праздник красить, да? Дети, на какой праздник будем яйца раскрашивать? Пасха. Слышишь, Милан? Я тоже хочу на Пасху. Можно, Милана, с тобой нарисовать? Я все, да. Я готова. Готова, Дуня. Я тоже Пасху. Рита с нами кораблики будет управлять. Так, Дуня закончила. Кто еще свои дела все уже заканчивает? Посмотрим сейчас. Я закончила, смотри. А ты что будешь делать? Это Пасха.